Я нахожусь в городе Мурманске, на центральной площади. Как вы видите, эта площадь называется «Пять углов». Тут у нас елку делают. Но дело не о елке пойдет. Дело пойдет вот в таких композициях, которые стоят в центре города. Они стоят в центре города по распоряжению губернатора нашего Андрея Владимировича Чибиса. Вот видите, там сзади второй такой же монумент, только написано на русском «На севере жить». Почему я хочу это сказать и почему хочу высказать свое негодование по этим двум объектам? Дело в том, что когда инициативная группа по установке памятника линтранспортным батальонам, это батальоны, которые защищали нашу родину в Великую Отечественную войну и внесли огромный вклад в победу, указывалось место именно «Пять углов». И тогда чиновники сказали, что на площади «Пять углов» нельзя, так как не вписывается в интерьер или еще что-то. Но мы видим, как вот эти две надписи у нас вписались в интерьер, а память о героях, которые защищали нашу родину, не вписались в интерьер. И сейчас идет много дискуссий по преображению, по как-то этой площади «Пять углов». И я вот хочу задать вопрос, почему тогда не нашлось места памятнику транспортным батальонам, которые впоследствии все-таки поставили через много лет в Мурманске при въезде у администрации Первомайского района, но не нашлось места в центре Мурманска? Я не понимаю. Может быть, кто-то ответит,